Там на неведомых дорожках растет колхозная картошка. Петюню. Испытание. Жена выгнал, говорит, вали. Я и поехал. Друзья, всем добрый день. Вот с детьми приехали в парк. Называется, ну, об этом я расскажу вам в конце. Очень круто. Есть дорожки для взрослых, для подготовленных, неподготовленных и для детей. Там впереди мужчина кого-то в лес тащит. Привет, моя хорошая, иди сюда. Видите, как классно сделано-то, чтобы ребенок об дерево не убился, когда будет падать. Вот он прям вот так, тыдыщ, и на мат. Захотите кофе, понесете так же, как и я. Вы только посмотрите, какая красота. Кстати, мне сказали, что дети еще здесь ни разу не падали. Вот она, дорога идет. О, вон уже один скалолаз лезет. Вот, смотрите, эти дети уже пошли. Слушайте, очень прикольно сделали, друзья. Находится это все в лесном массиве. Обратите внимание, какие большие ели. Все ухожено, тропинка, собака носится довольная. Везде, смотрите, ух ты. Бревенчатый парк, коттеджи можно отдохнуть. Тайные хаусы. Ух ты, высота-то какая. Как отсюда видна трасса-то хорошо, друзья. Вот эта точка для пулеметчика. А вот здесь, кстати, при въезде сразу стоят кассы. Очень удобно. Купил билет и пошел. Также там же есть кафешка. Вот он, прям вот здесь входишь, покупаешь билеты. И посидеть можно в кафе, поесть. Почему-то назвали ресторан. Красиво-то. Здесь огромное количество озер. Там Длинное, Ильичевское. То есть все-все-все. Вот видите, это вот приехали ребята, чтобы шашлык поесть. А мы приехали, чтобы полазить по лесу, походить, шишки пособирать, чтобы дети вымотались и спали хорошо, пока родители отдыхают. Вот она, детская дорожка. Здесь с детьми всегда находится инструктор, всегда за ними смотрит. Карабин пристегивается, его не отстегнуть. Только в начале можно пути пристегнуть, в конце только снять этот карабин по-другому, друзья, никак. Помните, Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает. Вот как солнышко блестит-то. Вася, даже машина заехала, офигеть. Смотрите, какой шикарный вид. А здесь такая высота нормальная, 5 метров всего. Ну а с высоты вид, конечно, друзья, совсем другой. Слышно трассу. Красиво сегодня. Прохладно, но есть солнышко. Топ-топ-топ-топ-топ, пошли вниз. Ох, Ириска побежала. Давай, Дим, показывай, как нужно делать, как правильно. Протаскивай. Давай, показывай. Так, а здесь что нужно делать? Давай. О, ничего себе, классно как. Вот так буду висеть. Давай, покажи правильно для зрителей. Давайте помогу. Ух ты, классно. Давай дальше. Ого, ты просто идешь по сетке и все. Ладно. Ага, нога-то провалилась. Ого. Это ты по такой зебре, да, прошел, Дим? Отпускаю? О, ничего себе, ты поехал. А если так чуть-чуть? А, то подтягиваешь вот так, да? Ириска, ты чего? Давай. Ух ты, вот это класс. Молодец. Страховка называется, а ты молодец какой. О, Годим, как классно ты идешь. Левой, правой, давай, молодец. А вот это впереди очень сложно. Ого, как ты это быстро делаешь. А сейчас я покажу, как надо было проходить. Быстро, да? Задание. Давай, показывай мне. Так, ну все, дети под присмотром. Можно прогуляться. Вот эта тропинка. Вот. Заболотистое озеро. Блин, круто, конечно. О, кто-то поехал. Слышите звук? Ну, красиво, конечно, красиво, друзья, красиво. Указатель, сейчас почитаем, что нас ждет впереди. Так, стрелку вижу.
О, баня. Класс. А нам туда. Свежий воздух, конечно, после прогулки хочется поесть. Именно поэтому при входе в веревочный парк, кроме кассы есть, называют они это ресторан. Ну, до ресторана им, конечно, еще очень далеко. Обычная такая кафеха. Кстати, кофе, друзья, стоит дорого, я считаю, потому что за 2 стаканчика кофе я дал 240 рублей. А я по лесу гуляю. Поднимаюсь в горку, и вот такие домики. Сейчас посмотрим, что за дома. Ну, слушайте, прикольно. Получается, здесь отдыхать можно. Андулин. Слушайте, прикольно. И отсюда, смотрите, какой ветка вырывается с горы. Чистилка для обуви. Так, а нам нужна смотровая площадка. Беги первый, вдруг там медведь. Сидит рядом медведь. Я один остался. Не знаю, куда бежать. Вот он идет, идет. А-а-а-а. Блин, черники-то сколько много, друзья, смотрите. Вот это все черничник. И вот черничник. Вот это молодой, где потемнее листики. Это прошлогодняя черника. Слушайте, круто. Так, вот она, основная дорога. Клещи на голову не падают. Уже хорошо. Ого, смотрите, как высоко-то. Краснодар, привет. Приехал в Питер. Вот, друзья, меня привезли в лес погулять. Привет. Он врет. Так, пошли, пошли наверх. Да, вид, конечно, красивый. Люблю вот такие дома с большим панорамным остеклением. Похоже, это столовая была. В город-то тяжело подниматься. Мангальная зона. Смотрите, как внизу все видны эти дома. Столовая. В конце, кстати, расскажу по ценам. О, место под палатку. Видите? То есть сюда можно приехать с палаткой и отдыхать в лесу, но при этом комфортно себя чувствовать. У каждой палатки, получается, у места практически у всех есть мангал. Либо это люди оставили. Ну, такой, знаете, обычный, из ленты. Вот это уже поинтереснее, повыше. Поудобнее будет. Блин, так дымом пахнет. Хочется сразу вкусного шашлыка. Блин, надо было брать. Чё-то я как-то это, друзья, не подумал. О, вот это лес, посмотрите. Вот куда нужно за елкой ехать. Если здесь можно рубить, конечно. А не туда, куда в болото приезжал. Главное, медведя не встретить. И в капкан не попасть. Упал. Очень круто. Сейчас попробую камеру переключить. А камера, конечно, все моменты не передает. Но здесь реально очень круто. Раз, два, три, четыре. О, вот эта дорожка. Сейчас сделаю фото. Слушайте, друзья, очень классно, но, конечно, нужно подобающе одеваться для прогулок в лесу. Блин, вот здесь хочется, знаете, по этим горкам покататься на велосипеде. О, вот они. Это почки, новые листочки, иголочки. У елочек растут. Классно. Слушайте, лес, конечно, очень мне нравится, потому что это еловый лес. Здесь классный аромат. Отдыхаешь легкими, наполняешь хвойным запахом. Вот тут забор, хорошо, что медведь продрал, похоже. О, друзья, то здесь тир. Еще тут из лука, наверное, стреляет. И здесь повезло с погодой, потому что не жарко. Но при этом есть солнышко. У собаки ноги в щели между. О, да здесь еще и рыбалка, офигеть. Вот, смотрите, можно порыбачить. Сейчас подойдем, посмотрим. Вау, кот-то какой. Смотрите. Видно, нет? Кота. Ирис, пойдем. Только ты аккуратно. Ты, ух ты, идешь. А он, знаете, на этом болоте мосточек-то такой хиленький. Вот это красота. Идешь. Доски эти от воды хлюпают. А ты вот такой к набережной, к пристани подходишь со своей удочкой. Сел,
открыл бутылку холодного пивка, закинул удочку и начал думать о высоком. О, видите? Да, с болотом шутки плохи. Прыгаем. Хо-хо-хо. Так, что это здесь интересно такое? Вообще непонятно. Это чтобы не уплыло, типа. Давай, пошли, пошли. Видите, как здесь надо аккуратненько так проходить, чтобы не булькнуть. Слушайте, прикольно сделали, молодцы. Змей нет, не видел. Хотя уже сезон. Жареная змея, это очень вкусно, говорят. Но я никогда еще не пробовал. Блин, хорошее место, классно отдыхаешь, гуляешь. Очень здорово сделали, молодцы. Много я получил эмоций, энергии от леса. Хвойный воздух, это, конечно, очень круто, очень здорово. О, смотрите, что впереди-то. Такая скала настоящая из дерева. А вот здесь уже шашлыки жарят. О, смотрите, красота какая. Сказочные дома. О, вот это вообще, смотрите, какой прикольный дом-вагон. Постельное белье. Слушайте, классно сделали, молодцы. Слушайте, круто очень. Классные домики, мне нравятся. Вау. У тебя и верандочка есть на возвышенности, и поспать где есть. А тут можно полазить. Слушайте, тут, мне кажется, метров 8, наверное. При этом, видите, обратите внимание, что дует ветер, она еще шатается, поэтому нужно очень крепко держаться. Так, это что у нас, фанера? И вот такие специальные штуки. Ну, блин, слушайте, здесь нормально лазать. Но некоторые такие скользкие есть, поэтому, знаете, такой белый порошок на руки нужен или перчатки. Ох, красота какая! Вот это дом, дом мечты. А как снизу красиво смотрится этот дом, что мы смотрели, столовка, вернее. Хорошее место, друзья, для отдыха. О, место для курения. Сел на пенек и покурил. Так, а здесь у нас выходы к воде. А здесь, кстати, я видел лодки. Ребята катались на лодках. То есть можно и порыбачить, и покататься на лодке. Здорово. Ну, покосилось все. О, ну не красота же, а. Смотрите, как здорово. Вот, кстати, видите, кто лазает, они, соответственно, с одного берега на другой переправляются. Прикольно, было бы интересно посмотреть. Еще и в воду прыгнуть с высоты, когда тепло. А вот здесь, кстати, уже мангалы-то такие, друзья, поприличнее. Вон даже карликовый шампур остался. Нормальная сталь. Полочки есть, дрова, можно уголь положить. Так вот поудобнее. Мусорные баки. О, как красиво смотрятся эти домики. Смотрите, какая красота. Вот он, в центре кадра, друзья. Как вам домик? Да, смотрите, как здесь круто. Уже в лесу, здесь уже темнее. Уже, знаете, такое ощущение, что вечер. И прохладней. Блин, круто какая. Молодцы, сделали все по уму. То есть туалеты, есть где палатку разбить, шашлык приготовить, мусор убирают. Красавцы. Вот такие ступени. И по ней мы придем прямо к домику. Вот такой красавец стоит. Ну, вот получается, а там город Питер, оттуда приезжаешь. Огромное место под парковку. Здесь паркуется, вон там видно, у кого-то пикник. При входе нас встречает... Встречают зайчики, Гринвальд парк. И вот там администрация, там же и ресторанчик. Сейчас зайдем, узнаем, сколько и что стоит. А вот, кстати, карта. Смотрите, какое большое пространство. О, вот он. Сувениры. А вот и прайс.
сколько чего стоит. Ну, кстати, трасса для детей. И номер администратора. Здесь же можно и покушать. Все, пойдем, не будем никого смущать. Вот здесь, кстати, на террасе открывается отличный вид на заболоченное озеро. Можно присесть и насладиться видом. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. До скорых встреч! Вы когда-нибудь видели, чтобы столько людей из леса выходило?